Зарплата работников метро увеличилась, это определенно порадовало персонал подземки. А вот то, что всего лишь на 3,5%, тут уж повод скорее для сарказма. Глава метро Дмитрий Пегов тут же стал героем интернет-мемов из-за своей щедрости. Работники сравнили акцию с повышением жирности кефира на 3,5%, поместили фото Дмитрия Пегова и даже придумали оригинальный бренд. Согласно документу, с 1 июля этого года именно на такой процент будут увеличены тарифные ставки и должностные оклады работников московского метрополитена. К слову, брендом Пегов становится не впервые. Похожая ситуация была, когда глава метро увеличивал зарплаты на 1%.